Для Никиты дорога на пары всегда приключение. Транспорт не его стихия. Рассекая на доске, скейтбордист прокладывает свои маршруты. И чем сложнее, тем интереснее. Новички ковыряют асфальт и царапают о перила дешевые доски. Размять косточки заехал и Никита. В свое время скейтбордиста было не оттянуть от игровой приставки. Виртуальные трюки сменились настоящими. Сломав не одну доску и получив дюжину травм, экстремал продолжает кататься. За 7-летнюю карьеру, скажем так, у меня набралось достаточно всего. Было все и первые, и вторые, и третьи места, скажем так, и разочарования на больших соревнованиях. 5 пар обуви на сезон и несколько досок в запасе. Идеальный комплект скейтбордиста. Скейт для бывалых стоит порядка 300 тысяч. Дешевые кроссовки с рынка не подойдут. В принципе, доска выглядит вот так вот. Она состоит из непосредственно доски, на которую наклеена наждачка, чтобы ноги не скользили. Подвески, колеса, подшипники внутри, ну и болты, на которых это все держится. Никита обкатывал доски на разных континентах. Колесил по Америке. Уже год существует Федерация скейтбординга в Беларуси. Есть к чему стремиться. По выходным у него берут уроки начинающие экстремалы. Скейтбординг, по сути, это более уличный вид спорта. Это сейчас у нас есть, скажем так, условия для развития. То есть друзья помогают, там есть скейт-школы, в которых все это могут преподать. Ну, раньше такого не было, поэтому... Изначально все выходили на улицу, был интерес, все становились, все катались, все смотрели, что делают другие ребята. Роликовая доска заменяет одно посадочное место в автобусе, утверждает Никита. За полчаса езды он не потратил ни капли горючего, а наоборот зарядился энергией на весь учебный день.